О, моя котичка вернулась, привет. Что, пойдем уединимся? Я сегодня не могу, у меня сегодня. Да вы что, сговорились все сегодня? Стоять. Беги. Кот, ты что, угораешь? Зубная щетка за 5000 рублей? Ты что, жопишься для меня? Она очень крутая. Она чистит зубы в труднодоступных местах. Хочешь, давай тебе такую купим. У меня нет зубов в труднодоступных местах. Я на привет. Привет. Да, соль, пожалуйста. Выходи, сейчас подожду. Ой, ремонт сделали. Да, закончили вот как раз недавно. А ты что делаешь? Такие духи классные. Ты же как залезла? Нет, просто процесс. А духи где покупать? А давай чайку попьем. Ты знаешь, я сейчас немножечко занята. Давай в другой раз поспеемся, хорошо? Да-да-да. Ой, давай, пока. Приз, я дома. Стоять. Я не поняла. Это не то, что ты подумала. Ты охренел? Ты мне 10 лет подряд говорил, что не умеешь гладить. Котя, ты куда? На ипподром. Оставайся дома. Я твоей кобыле все ноги переломала, скачек не будет. Подожди, дайте Мишку на ногти, пожалуйста. Опять? Если хочешь ухоженную девочку, ухаживай. Если хочешь обеспеченного мужчину, обеспечивай. Котик, тебе уже достаточно, мы уже никуда не пойдем, мы сейчас выходим и едем домой. Да ты гонишь, все нормально, контролирую. Да, только я не Катя, я Лена. Коль, ты что зависла? Да я вот думаю, оставить котлеты как есть, тогда они будут вкусные, ты их за завтра съешь. Или слегка пересолить, и тогда их хватит до конца недели. Тебя не спрашиваю, ты меня вести. Котик, ты ключи мои не видела? Да мама приедет. Зачем? Ну, звонили вещи, она передаст. Коль, ключи нашла. Круть, спасибо. Где? Мама не приедет. Это Волгоградская река. Уже не улица. Привет. Привет. А где мои 25 тысяч с карты? Я хлебушек купила. На 25 тысяч? Я хотела порадовать наш персонал. Сегодня наша няня защемила спину, и мне пришлось отвезти ее на массаж. Наша уборщица сломала ноготь, и я отвезла ее на маникюр. А еще я порадовала твою любовницу и купила ей бусики. Я бы еще повариху нашу порадовала, но у тебя не хватило денег, так что не надо мне. У меня нет ни любовницы, ни поварихи. А я?